Всем привет, Пётр! Мы на канале Саша Девочка! Сегодня мы решили приготовить хэллоуинское угощение. Та-дам! Скоро! Та-дам! И мы будем сегодня готовить кучу всяких хэллоуинских. Убери этого паука! Нет! Серёва, а если пауков? Убери этого паука немедленно! Почему? Ой, вон там Маська ходит. Вон она. Маська! Маська, поздоровайся. Маська. Мася! Мася заинтересовался летучими мышами. Мася! Ну ладно. Поздоровайся. Приступаем к готовке. Ага, лоток. Его мы будем сегодня готовить. Приступаем. Ага. Сашка, это нож тебе. Ой. А мне самый страшный, самый хэллоуинский нож. Еще хэллоуинские наши. Итак, что мы первое будем готовить? Давай сосисочные пальцы в крови. Сосисочные пальцы в крови. Отрубленные. Так, эти сосиски нам больше не нужны. Сейчас мы будем делать ногти. Отходим. Ногти. Будем делать ужас. Обрезать. Вот. Так. Срезать. Ой, мне кажется, получится очень страшно. Так, теперь нам нужно сделать ногти. Я думаю, что вот этот хрен зеленый подойдет, да? Ну, намажем. Зеленым посадим. Не васабиски, васаби. По-моему, неплохо получается. Итак, теперь нам надо сделать кровь томатная. О, по-моему, ничего получилось. Мне тоже кажется. Что мы будем делать следующее? Пауки из маслины. Берем маслину. Берем маслину, это очень просто все. Так, это я на две половинки. Давай. Да, это на две половинки. Так. Теперь нужно разрезать. О, я даже подержу, мам, я первый раз. Так. О, это тельце. Это тельце, да. А из чего голова делается? Из? Вот, из кусочка. Вот. Вот такого. Оп. Дальше лапа, 8 штук. Сейчас наш паучок переселится на сосисочные пальцы. Давай взял за головку. Пусть. Вот так. Ведьмы и вампиры любят все такое жутенькое, страшненькое. И это я съем. И вот это. Вот, какой замечательный паучок. Я это съем. Я посчитаю, сколько у него лапок. Посчитай.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, паука можно тащить с осистичными пальцами. Относи на стол. Итак, челюсти из яблок. Маршмеллоу. Челюсти. Челюсти кабан. Челюсти, допустим, бабушки. Бабушки. Челюсти бабушки. Вот там челюсти бабушки. Так, давай. Только не мои бабушки. Только это не мои бабушки. Так, все, это отправляется на стол. Сейчас следующее мы делаем с тобой привидение из бананов. Давай черную тарелочку. Нам понадобятся, собственно, бананы. Глаза и рты мы сделаем из маслин. Давай только мне. Для тебя для начала? Да. У тебя будет полное привидение, да? Настоящее. Можно сделать из растопленного шоколада, в принципе. Да, это будет. Ой, это что такое? А это вот? Это глаз. Глаз, а давай! По-моему, неплохо. Один с вагайным видом. Ну, Саша, это на стол. Это какой-то задуманный. Задумчивый. Да. За что на следующее? Пальцы из сосисок и земли. Пальцы из сосисок и земли. Давай сюда, Миша. Обожаю пальцы из земли. Сначала нам нужно сделать землю. Просто крошим хлеб. Ничего себе ложится. Ну давай покажи, как ты ешь землю. Вот. Вкусно? Отлично. Так, землю отставляем пока. Сейчас будем делать очередные пальцы из сосисок. Того, что осталось, по крайней мере. Пальцы из сосисок будут останкинские. Ха-ха-ха-ха!
Чем мы будем делать ногти? Чем? Я думаю, что... А я будет... помел. Кстати, наверное, не орешки. Да, подумала. А все-таки это будет опять васаби. Вот такая вот получилась рука, торчащая из земли. Та-да-дам! По-моему, вполне похоже. Если бы я ночью увидела, я бы испугалась. Сэндвичи в гробике. Будем... гробике. Из хлеба. Так, сейчас мы нарезаем хлеб. Корки нам не нужны. Нам нужны только вот такие вот кусочки. Желательно потоньше. Хотите, я вам еще покажу? Масяня. Масяня, привет. Привет, Масяня. Мяу. Привет. Мяу. Как мяу? Мяу. Ладно, делаем дальше. Итак, наши гробики готовы. Готовы. Сэндвичи, гробики готовы. Никаких ничего. По-моему, вполне ничего. По-моему, очень страшно. На стол. Следующий тыкву из мандаринов. Придется нам чистить мандарины, Сашка. Вот что получилось. Па-дам! По-моему, вполне похоже. Да. Тыквы. Зубы. Есть.
пальцы с червяками, отрубленные руки, привидения, гробики. 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 С вампиром. Нет, с людьми. Вот какой праздничный стол у нас получился! По-моему, вполне все по-хэллоуински выглядит, а делается очень просто. А теперь дегустация! Итак, Сашка, ты с чего начнешь? А я попробую, пожалуй, гробик. Ну-ка, что у нас получилось? Дорогие наши зрители, пожалуйста, в комментариях напишите нам, какие напитки вы советуете на Хэллоуин, потому что мы хэллоуинских напитков знаем только томатный сок. И какие вы напитки любите на Хэллоуин? И жмите на колокольчик! Для того, чтобы не пропускать наши видео, не забудьте написать, пока. Что вам больше всего нравится. Пока! 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 Пока!